Балкон, короче. Вылетел, короче. Да ладно. Знаешь, как страшно, мне кажется. Да ну, на нем если упадешь, то все, сразу красный. Что тебе страшно? Да если упадешь, сразу. Ну, над водой, ты что там, упал там? Упал, что там, фигалин, что там? Ты ж там пристегнут. Да, они просто ненадежны, свои простые. Ты на дно пойдешь, короче. Ну да, как велосипед, а потом раз и отваливает у него звездочка задняя. Второй мировой просто самолет использовали, большинство из них могли без моторов приземлиться, потому что по чертежам они могли парить. Я уже Ваня рассказал, больше не поделал. Ну я так рассчитывал, где? У нас какая-то утелок с одеждой, что ли? Купил такую же кофту, как я. Да. Ты рассказал тогда, когда ты хотел телефон купить. Он сейчас приземляться сюда. Не, он просто... Только такая техника может пролетать с максимальной чистой высоты над Волгой. Мы практически можем разглядеть лицо летчика. Александров Вадим! Страшно! Китаец там в гараже построил как самолет, типа вертолет. Самый прикол, ну, это сертифицированный. Это не какая-нибудь самоделка, я думаю. Ты просто проходишь испытание и все. Плачешь бабки. Просто из самоделки им разрешено подниматься до какого-то уровня высоты. Представь, мы сюда лететь на такой высоте. Может, до 18 метров. Теперь Вадим приветствует правый берег Волги. Душа моя жива, и солнце светит на Тверском проспекте. А мы собрались здесь уже. Я их догоню. Надеюсь. Не, ну они в 22 пошли, а мне в 21:30. Что, надо в 9 край выехать? За полчаса тебе только-только доехать. Вадим, мы приветствуем вас! Правому берегу, Вадим, даже по пока рукой! Да, скоро собираться. Не, ну тебя здесь сейчас быстро, что-то... Ленинградская и улица Трехкрестская. Волоколамка дружбы Южной тоже нужно. Зеленый Горбатый, казарма пролетар, поселок Соминка, речи два вокзала, поселки Мехи, Волгу у причала. До этого. Наша победа, юность. До рюмки. И мы домой вернулись. Можно, да, до рюмки. Там это переезжаешь. Можно, насколько я знаю, а можно пройти на Восточный. И Вадь. Там что-то крепчик пел. Южный тоже нужно, юность, мы домой вернулись. Нет, ты переезжаешь через мост по набережной до Рюмки. Нет, в смысле, я могу сейчас за мостом сразу налево и доехать вот до этого, до Гагарина. Ну да, 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 да. И там чисто прямая. До Рюмки по Вокжаново, на Гагарина и по хорошей дороге прямо туда. Самый короткий путь. Автожир держится в воздухе долго за счет рождения Виктора. Вот такое чудо. Еще раз поприветствуем Александров, Вадим! Гарсель у него там слева, где он мотор. Мотор, да.
Катар проделал любому корыть. Даже причем из этого, без мотора. На три города чувак был велосипед с мотором и с парашютом. Я свой брат на яхте нахуя, наверное, сработает. Давай. Че? Твой брат на яхте нафига сработает. На яхте. Ну нет. Сюда ее привезти, если все, это все. Канавод каждый день так. А? Вон она стоит. Около этого. Отсюда, я не знаю, не увидите. Вот, пирс, вот там она стоит, каждый день. Городок небольшой. Если может быть, кстати, как-нибудь попробовать велосипед переоборудовать. На вертолет? Да более. Ну что-то типа. На вертолет? Там лопасти, вот это очень дорогая хрень. Ты будешь вообще в эксплуатации? Со шпаной по дворам, ну, чё, я гонял голубей, на этих и домой там не загонишь, хоть тресни. Вечерами кругу. Причем как-нибудь сделать, чтобы это, без двигателя, а за счет движения ног. Любимый город, я жил с тобой.